Да. Здравствуйте. Мне очень приятно, что сегодня я первый день в офисе. И сегодня был замечательный бизнес-завтрак. Дальше мой день проходит еще лучше. Ко мне пришла моя любимая клиентка Светлана Гончарова, наша флай-мама. И сегодня я обучаю ей свидетельство о регистрации товарного знака. Мы долго к этому шли, более 2 лет. У нас была замечательная история. Да, такая длинная. Если можно в 2 словах, что произошло? Ну, я 2 года назад поняла, что я хочу оформлять торговую марку на имя Флаймама. 4 года я работала уже над этим проектом, над этим именем. И я стала искать юристов, которые могут мне помочь. Обратилась к Алене. Вот, и когда Алена начала работать над оформлением, оказалось, что очень серьезная проблема, потому что у меня, оказывается, есть недобросовестные конкуренты, которые уже используют мое имя, которые уже оформили документы на это имя, оформляют документы. Подали на регистрацию 2 месяца перед тем, как подала Светлана. То есть она 2 года работала над проектом, у нее было видео, авторское право, но, к сожалению, не было документов. Мы подали на регистрацию авторское право, мы подали на регистрацию товарный знак, мы его укрепили графическими элементами очень красивыми, и свидетельство мы сегодня получаем. Я вас поздравляю. Да, спасибо. Это очень ценно. В процессе этой работы у нас были наезды со стороны наших конкурентов, были очень серьезные письма. Они запрещали использовать ее, закрывать вообще полностью проект. Были сомнения, продолжаем ли мы под этой маркой или нет, но нам очень приятно, что мы продолжаем. И у нас это все получилось. Да, Алена, спасибо большое. Спасибо вам за то, что к нам обратились. И я бы хотела сказать, насколько все-таки мысли материальны, потому что мне очень хотелось защищать благостных клиента, который занимается благостными проектами, который понимает, что такое Бог, что такое дети, что такое семья, которые делают бизнес, и у меня получается им помогать. Я от этого тоже еще больше счастлива. Спасибо. Спасибо, успехов вам. Спасибо вам также. Обращайтесь.